Yeah. 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 너도 yeah. 가족도 yeah. 친구들도 yeah. 아니고 yeah. 내가 위로받고 yeah. 싶어서 쓴 곡이야 yeah. 무슨 말인지 yeah. 알죠? Yeah. 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 I have a dream, yes yes yo 꿈 찾아 산만리 여행하는 방랑객 That's me okay. What do you want? 진짜 나를 찾기 위해 보따리를 쌓지 친구들의 격려, 우리 엄마의 염려 우리 형의 배려 이 모든 것들을 짊어지고 나서 처음 서울로 상경 첫 초랑에 닻을 들어올렸지만 생각보다 참 쉽지가 않더라 마음만 더 앞서 이뤄낸 건 없어 무시할 수 없는 나의 태를 바라보며 라이터를 켜고 담뱃불을 붙여 간숨을 더 뒤로 뱉어낸 뒤에 눈을 감아 친구놈들 하나 둘씩 자리 잡아가고 있네 나도 빨리 해야지 더 뒤처지기 전에 더 늦어지기 전에 일이 잘 풀리지 않아도 괜찮아 마음의 여유가 없어도 괜찮아 남들과 비교되어도 난 괜찮아 초라해진 내 모습이지만 괜찮아 일이 잘 풀리지 않아도 괜찮아 마음의 여유가 없어도 괜찮아 남들과 비교되어도 난 괜찮아 초라해진 내 모습이지만 괜찮아 흘러가는 것 또는 비켜가는 것 Друзья, всем привет! И снова с вами я, Арина Готовит, русскую и корейскую кухню. Сегодня я хочу вам показать, как приготовить стейк томагавк. Но так как вы знаете, что его в домашних условиях приготовить не очень просто, но, как говорит мой муж, ничего не бывает невозможного. Ну что, приступим? Для приготовления стейка нам понадобится вот это стейк томагавк. Реберная верхняя часть, она подразделяется на два вида. Это томагавк и ковбой. Вот. Весит он чуть больше килограмма и высота у него чуть больше 5 сантиметров. Вот он очень свежий, аромат такой у него. Мы его берем в постоянном магазине. Вот и, как бы, как говорится, дешево и сердито возле дома на Сорепогу. Вот для того, чтобы нам начать, нам нужно будет убрать всю влагу со стейка. Нужно обмакнуть его полотенцем или бумажными салфетками. Вот со всех сторон. Вот убрали мы всю влагу салфеткой. Сейчас его посолим. Я взяла разные перцы. Вот его посолим. Вот мы подсолили со всех сторон. Вот и сейчас пускай оно у нас немножечко полежит, пока мы будем резать овощи. Вот, нарежем овощи. Я взяла чеснок, нарезала его на слайсами. Вот, вы можете все, что хотите. Все, что у вас есть дома. Вот у меня был гриб один. Вот, я его нарежу. Затем паприку или пиман. Овощи любые, какие вы любите. Затем лук. Лук возьмем, посахарим и посолим. Вот, и где-то на 5 минут оставим. Вот накалилась у нас сковорода. Наливаем туда масло оливкового. Вот. Затем кладем мясо и будем жарить. Слегка вот так примнем. Вот
Вот обжарили мы со всех сторон. Кладем чеснок, грибы, паприку. Нальем еще чуть-чуть вина. Вот поменяли мы сковородку на чугунную. Кладем наш лук. И закрываем другой сковородкой, чтобы сделать как бы такую шапку, как в этом, не в микроволновке, а в духовке. Вот и готов наш стейк томагавк. Давайте его попробуем. Ой, мне не терпится его попробовать. Аромат стоит такой, просто, ну, обалденный аромат. Давайте попробуем. Смотрите, какое мясо. Ну, нет слов. Оно такое нежное. А лук, он такой карамельный стал. Цвет у него, наверное, такой сладкий. Кстати, забыла про соус. Здесь нужен соус. Но я про него совсем забыла. Ну, ничего, даже без соуса. Просто, ну, пальчики оближешь. А я буду с вами прощаться. Хочу попробовать поскорее этот стейк, пока он не остыл. Ну а вы попробуйте приготовить его дома. В домашних условиях его вполне можно приготовить, если есть желание. А я буду с вами прощаться. До следующего видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. За ваше здоровье. Пока!